начале года это трогательное видео обошло все соцсети и даже попало в федеральные СМИ. Челябинский полицейский заботливо переводит дворняжку через дорогу. В дальнейшем история нашла продолжение. Выяснилось, что собака бежит навстречу своей любви. Маленькая наша девочка. Убежала. Она же это да, убежала. Майя. Да. Оказалось, что героиня видеоролика вовсе не бродяжка. Когда-то она жила в семье, но высокие чувства к бездомному псу заставили бросить домашний очаг и переселиться на автостоянку. Искали ее хозяева несколько месяцев, а когда забрали домой, кавалер начал чахнуть. Скучал, не ел где-то неделю, наверное. Вот, было плохо ему. Охранники переживали за пса и пытались найти хозяев Майи, чтобы воссоединить пару, но не знали ни адреса, ни телефона. А через 3 месяца верная подруга вновь избежала из дома, прямиком на автостоянку. А добрый полицейский помог беспрепятственно воссоединиться паре. Ну, вот они вместе. Вот здесь вот мы их нашли на этой парковке. Как бы неразлучники два. После этого охранники сказали, Майю больше не отдадут. Жаль разлучать влюбленных. Хозяева согласились и оставили ее на парковке. И теперь периодически навещают. Где они были-то? А ну вот здесь рядом с перцем. Вот здесь прямо росли. Вот это. А эта детективная история умилила многих южноуральцев. Копая в огороде картошку, Алексей Малев наткнулся на ценный клад. Мужчина нашел 2 здоровых гриба. Один чуть больше килограмма, второй почти 6. Вот только последний бесследно исчез. Положили гриб вот здесь, а перед тем мне надо было уехать. И уехали. Потом оказалось, что его украли. Приехали, его нет. Кто-то забрал. Для заядлого грибника, коим является Алексей, утрата невосполнимая. Мужчина начал искать злодеев. Самостоятельное расследование результатов не принесло. Тогда Алексей решил привлечь профессионалов сыска. Здравствуйте. А моя полиция вам может? У меня ситуация такая пропала. Мне гриб украли. Душевные излияния об уникальной находке и дерзкой краже блюстители порядка выслушали стойко и даже приняли заявление от потерпевшего. Но спустя день Алексей забрал его из полиции. По каким причинам, неизвестно. Возможно, грабители одумались и вернули ценный экземпляр, или же мужчина узнал, что гигантский дождевик пошел на ужин местным баранам. Еще одно событие, которое порадовало на этот раз и четвероногих – интервью в зоопарке. Скажите, пожалуйста, вас здесь не обижают, как вы себя чувствуете? Ваня молодец, красавчик, красавчик, мужик. 3500 рублей ушли под воду. Рви его полностью. Об этом выдра Ваня мечтал 3 года. Ветровик СТС всегда привлекал его внимание. И задуманное сбылось. Правда, новой игрушки надолго не хватило. И теперь любимец зоопарка ждет новых встреч с нашими корреспондентами. Наталья Кудряшова, СТС Челябинск.